Добрый день, друзья! Пришла наконец-то посылочка от фирмы Сады России с картофелем. Так, еще что я заказывала? Георгин и лук-сережка. Сейчас я вам покажу наименование. Вот, посмотрите. Ну, меня поразил. Я немножко открыла уже. Тут у меня подружка моя, как всегда. Посмотреть, потому что что-то она так легко весила, я посчитала, что что-то с картошкой, наверное, меня пролетело. Нет, оказалось, все это. Ну вот сейчас и покажу вам, какой лук сережка. И цена у него 195 рублей. Ой, у меня французский маникюр, не обращайте внимания. Обычный французский огородный. Так, вот, значит, это у меня георгин, который называется георгин миниатюрный, надеюсь, видно. Гитарист, он такой пестренький, я вставочку сделаю. Фотографии его. Ну, все с ним благополучно, вот видите, росточки у него есть. Сейчас я быстренько открою. Ну вот здесь мне не понравилось маленько, он почему-то подмокший. Но я здесь замажу. И вот здесь он, видите, тоже поломался. Ну, в общем, как-то так. Стоимость его сейчас скажу. Стоит он 170 рублей. И вот здесь он тоже поломался. Ну, в общем, вот видите, как бывает. В общем, в небольшом восторге. Ну, два росточка есть. В принципе, георгины, они же такие. И самое главное, как говорится, взойти, вырасти. Вот видите, даже есть небольшая плесень. Но я продезинфицирую его. Ну вот два росточка, как видите, есть. Но мне не понравилось, что вот тут обломано, тут. Ну, что уже есть, то есть. Тем мы будем работать, что есть. Далее, лук-сережка. Вот представляете, вот это количество. Я не знаю, сколько штук. Вот написано лук. Сережка. Это я поняла, что это семейный лук. То есть, ну, он не для головки. Он для еды. Если я правильно понимаю. Посмотрите, какая. Ну, это брак уже. Это явно. Она не пойдет на посадку. Сейчас я скажу, сколько штук. Такая цена. Почему-то я думала, это за килограмм цена. Как я так выписывала? Я не знаю. Так, этого получилось у меня 7-10 штучек. Вот прикидывайте, еще вот это под вопросом. В общем, 10 штучек. Вот смотрите, лук-сережка. И одна точно на выброс вот это. Так, ладно, с луком мы разобрались. Далее, вот такие, значит, клубеньки, я не знаю, как их назвать. Называется растение, цветочек иксия, разноцветная. Если кто-то что-то знает, скажите, напишите в комментариях, пожалуйста. Я не помню, как я выписывала по зиме, честно говоря, я забыла. Может быть, потому что она дешевая, сейчас я гляну. Так, вот иксия. Ну, нет, 165 рублей, но здесь ее очень много. Штук 20, наверное, точно будет. Вот она уже проклюнулась. Вот видите, да, вот она вся практически с росточками. Ну, я информацию по ней найду. Я когда буду садить, я обязательно вам покажу, ролик сниму. И главное, из-за чего я все это дело затеяла, так как там надо было определенную сумму набрать в посылке. Вот, поэтому я уже вот георгин, иксия я добирала. Ну, лук-сережка я хотела. Сейчас я маленько вот так сделаю. Так, ну и картофель. Меня порадовало картофель, значит, чем? То, что он наверняка супер элита. Цена у него, значит, каменский картофель. Вот, кстати, я его держу. Так он и называется.
Каменский. Цена у него. ₽185 вот за эту упаковочку. И картофель Родриго. Цена у него ₹170. По количеству сейчас я, ну, сейчас я распакую, покажу. Вот, количество 10 штук. Вот это меня что-то оно смущает. Видите, то ли где-то мокро было. Вот здесь оно все уже. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, да. Ну, я посажу в довесок. Ну, я думаю, что не стоит ее садить. Потому что, видите, она уже с признаками болячки какой-то. И вот тут черная точка. Ну, вот так выписывать. Но дело в том, что, видите, ну, это называется суперэлита. Это хороший картофель семенной. Он даст хорошее потомство. И его я, конечно, буду разводить. В принципе, все росточки живы. Немного грязно. Видите, они все проросли. И как раз она нормально на яровизацию прошла. Ну, маленечко, правда. Но это супер элита. Это не супер-супер элита, но это супер элита. Я этому рада. Ну, один, значит, выпад. Я его не буду. Может быть, я куда-нибудь кину, но в основном я, конечно, его не буду помещать, дабы избежать ну, распространения. Это уже вот эта гниль. Так, это сорт у меня Каменский, как я уже сказала. Я его откладываю. Ну, вовремя пришло. У нас уже сейчас вот-вот мы начнем садить картофель. Ну, все, сейчас я распакую. Тут подружка разыгралась. Так, и вот картофель, соответственно, Родриго. Вот я не поняла, какого он цвета. Мне кажется, он... Был, видите, что творит. У меня тут футболист играет с картошкой. Ну, на, играйся. А теперь мы не хотим. Цвет я не могу определить. Какого-то цвета он такого интересного. Знаете, что-то среднее между желтым и розовым. Все, уронила картофелину. Ну, здесь тоже все нормально. Ну, вот какой-то он интересный. Это тоже супер элита. Картофель Родриго. Кому интересно, найдите информацию. А может быть, я вставлю картиночку по нему. Ну, вот это похоже на супер-супер элита. Ну, в общем, я довольна. Картофель хороший. Не зря я заплатила такие деньги. Так что будем мы его разводить. Этот картофель. Ну, вот такой, такая посылочка пришла. Я хотела поделиться с вами. Я это сделала. Так что ставьте пальчик вверх или вниз. Кому как понравится. А я на этом заканчиваю видео. Если вам было интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. Если понравился ролик, ставьте лайк, пишите советы, пожелания, комментарии. Будем общаться. А я всем желаю мира, добра, здоровья, счастья и удачи. И до новых встреч!